Строительство дорожного участка Достык-Моэн-Тэ обсудил сегодня премьер-министр Казахстана с вице-президентом Всемирного банка. Алихан Смаилов с Анной Бердье обсуждали перспективы дальнейшего сотрудничества по проектам в таких сферах, как инфраструктура, цифровые технологии, финансы. За 30 лет сотрудничества уже успешно реализовано 55 проектов в разных отраслях экономики, включая малый и средний бизнес, финансы, ЖКХ, энергетики, сельском хозяйстве, новых технологиях. Сегодня на стадии реализации 7 проектов в области дорожного строительства, образования и науки, сельского хозяйства.